Здорово! Вы смотрите канал ТОП-5 и новое шоу «Десятка». Тут я буду рассказывать о всяких интересных вещах и событиях, которые не подходят под формат ТОП-5, но которые достойны, чтобы о них рассказали. Ну а сами выпуски ТОП-5 никуда не денутся, зато теперь видео на канале будут выходить гораздо чаще. Ну а сейчас я поведаю о 10 самых необычных людях в мире. Поехали! Вы не поверите, но этот человек по имени Тайн Гок не спит уже 40 лет. Причиной тому стал банальный грипп, который дал осложнение в виде пожизненной бессонницы. Впрочем, это никак не повлияло на его организм. Врачи, обследовавшие Нгока, нашли у этого интересного пациента незначительные проблемы с печенью, и то, наверное, из-за алкоголя. 102-летняя китаянка Джан Руфанг с недавних пор стала достопримечательностью деревни Линлоу, что в провинции Хэнань. Пару лет назад у бабули на лбу над левым глазом вырос чертов рог. А теперь растет и второй. Над правым. Правда, медики в этом ничего потустороннего не нашли, так как человеческие рога – давно известное в медицине редкое заболевание. Легко ли вам вспомнить, чем вы занимались весь день в прошлую пятницу? Вот, например, Боб Петрелло, человек-феномен, обладающий уникальной суперпамятью, детально помнит все события за последние 54 года. Он без проблем восстановит по памяти все номера мобильных телефонов и записной книжки, легко сможет назвать дату любого события, освещенного в новостях за последние несколько лет, считая всех футбольных матчей, сыгранных за последнее десятилетие и многое другое. Китаец Ма Цаньгань не боится тока. Его восприимчивость к электричеству в 8 раз меньше, чем у обычного человека. Эта способность позволяет ему прикасаться руками к оголенным проводам. При этом человек не только не чувствует боли, но и, как он сам выражается, заряжается энергией. Австралийка Эшли Морец страдает из-за уникального отклонения. У нее аллергия на воду. Она страдает даже тогда, когда потеет, не говоря уже о купании. Причиной тому послужила ударная доза пенициллина, который она принимала во время болезни ангиной. Принятый пенициллин повлиял на количество гистамина в крови Эшли, именно это и привело к наблюдаемым последствиям. Американка People's The Model несколько лет добивалась того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. Теперь за ней закреплено лидерство в номинации «Самая большая силиконовая попа». К этой победе женщина стремилась более 5 лет, делая все новые операции и вставляя все больше силикона в свою пятую точку. В момент фиксации рекорда объем попы составлял 122 см. Самую молодую мать в медицинской истории зовут Лина Медина, которая родила малыша, когда ей было всего 5 лет. Это мировой рекорд, по праву попавший в книгу рекордов Гиннесса. Из-за неразвитого таза Лины роды проходили при помощи кесарева сечения. Ее сын весил 2 килограмма 700 грамм. Как забеременела Медина, остается неизвестным. Она никогда не называла отца ребенка ни обстоятельств ее оплодотворения. И отказалась от интервью с агентством Reuters в 2002 году. 35-летний житель Германии Том Ситас способен обходиться без воздуха 22 минуты и 22 секунды. Именно такой мировой рекорд он установил, когда публично задержал дыхание под водой. 80-летний иранец Аму Хаджи является самым грязным человеком в мире. В течение 60 лет он ни разу не мылся, за что получил антидостижение в книге рекордов Гиннесса. Теперь мужчина боится воды и уверен, что заболеет сразу после того, как вымоет руки или умоется. Китаянка Тин Хиафин – обладательница огромного натурального бюста. Уже в 12-13 лет длина ее груди была 48 сантиметров, весом по 10 килограмм каждая. Врачи даже боялись, что это может сломать ребра девочки. Потому было принято решение сделать ей мамопластику. Операцию по уменьшению молочных желез, дабы предотвратить дальнейший рост груди. Из-за таких больших прелестей девушка не может спать на спине, так как огромный вес давит на ее грудную клетку. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посмотрите два предыдущих видео ТОП-5 массовых вымираний и пятерка самых страшных эпидемий в истории.